И в продолжение темы. Россия расширяет воздушные границы. С 27 августа можно будет улететь в Доминикану, Чехию и Южную Корею. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Кроме того, будет увеличено число регулярных рейсов в Египет по маршрутам Москва-Хургада и Москва-Шарм-эль-Шейх с 5 до 15 рейсов в неделю на каждом маршруте. А вот авиасообщение с Танзанией приостановлено из-за сложной эпидемической обстановки в этой стране. Решено продлить.